Вот такая идиллия после дойки. У всех завтрак. Все завтракают, все на своих местах. Все, я тоже подоилась. У меня тут ведерочко с молочком. И вода, которую я мыла в Име. Маша у нас любительница вообще. Она у нас копытами раньше вставала во все корма. А сейчас вот ей... Она пытается, все еще пытается копыта засунуть в чашку, но ничего не удается. Не вытащить чашечку. Стрелусеньки, надо бородку подстричь. А то ей неудобно вообще есть. Все спокойные. Все кушают. Маша только вот мучается, что у нее чашка не под ногами. И нельзя ее перевернуть, как обычно. Нельзя встать копытами в чашку, сломать чашку, да, Маша? Тебе вообще трудно в это поверить, что у тебя обеденный стол, кормовой стол. Все у нас. Подоились. Такая вот штучка с гвоздиком. Не конусом, а так. Раз и все. Причем даже на стрелке немножко дырка велика, но она все равно не высовывает голову. Она умная у нас девочка. И вообще можно не закрывать. Так, просто первый стол, второй день в новом коттеджном козовнике. Мне кажется, наши козы просто кайфуют. У них сейчас все, у каждого свое место, у каждого свой синик. Никто к ним в синик не лезет. У каждого своя полка. И мне очень нравится. И козам нравится. Да, Маша, тебе очень нравится? Да, я тоже думаю, что тебе очень нравится.